Итак, сет номер 5. Значит, мы закончили локтевые техники, да? На чем? На вот этом бульдозере, когда он полностью человека, да, вот расшатали и продавили. Дальше вот переходный момент, да, пока рука идет сюда, захватывает трапецию, вторая ее догоняет, паравертебральные мышцы раскачивают, растрясают, и проминаем трапецию. Захватываем сразу плечо, подхватываем его с той стороны снизу, да, можно под руку подхватить, можно с этой стороны его положить, удобно вот там лежит, да, и разрабатываем передние мышцы, которые, это дельта передняя, да, и малая грудная мышца вот тут идет, вдоль ключицы, вот ее прям оттуда вытаскиваем, вот прям, и в длину растягиваем. Место крепления мышц прорабатываем. Это они часто болят у тех, у кого плечи повернуты вперед, развернуты вперед, да? Иной раз плечо даже не оторвать от стола. Или больно ему, такой позволит больно. Вот поэтому уделяем внимание еще особенно вот этой части передней, да? Само плечо, вот эта кость, расшатываем. Вот, по кругу качаем. Все хорошо уходит. Теперь саму лопатку. За камеральный отрост здесь уперлись, а здесь вот нижний уголок лопатки, вот, растянули. Это мы растягиваем с этой стороны зубчатые мышцы, да, вместе с широчайшей. Теперь захватили с другой стороны и тут в другую сторону, и встали в эту сторону. Это мы растягиваем ромбовидные мышцы и леватор скапулус, вот это вот, мышцы, крепящиеся к уголку лопатки. Самые такие проблемные мышцы. Сюда и сюда, вот туда. Сюда. Видите, у меня рука параллельно еще массирует шею. Вот видите, по шее ходит. Угу. Раз, два. Такое универсальное, так скажем, движение, приемчик такой. Теперь эта рука ложится на крестец, и мы отдыхаем. Вот наша половина тела отдыхает, работает практически одна рука. А вторая рука управляет за локоть. Надо нам раздвинуть здесь трапецию. Мы ее подвигаем сюда. Вот видите, раздвинулась. Надо нам открыть лопатку. Опускаем сюда. О, видите, как лопатка открылась. Да? Угу. Видите? Надо нам проработать круглые мышцы, да? Подвигаем сюда, вот, джали их, или плечо вот мы подняли, да, чтобы плечо спереди проработать. То есть эта рука управляет. Значит, что мы сделали? Ну вот лопатку давайте откроем. Опа. Причем, смотрите, чем ближе локоть к телу, тем лопатка шире открывается. Вот это говорит о здоровой структуре. Подлопаточная, вот мы ее растягиваем, растираем для покраснения, да, это же локальное растирание. Быстро разминаем запястьем, плавно переходим на локоть, разминаем локтями. По той же схеме спиралевидное движение, тык-тык, с подбитием в поперечное, в ребра поперечное сочленение вот в эти. Раз, два, три. Ну, сколько раз получится. Растягиваем, расслабься. Да, тут бывает больновато, вы говорите людям, что будет больно. Как бы даже предугадывайте заранее, что чаще всего триггерная зона, это вот здесь бывает, центр лопатки, да. Тут сходятся ромбовидные и трапециевидные мышцы. Потом больно уголок лопатки, и вот вся трапециевидная мышца спереди болит, да, в основном. Так что предостерегайте человека или предупреждайте, да. Вот, потерпи, бежу сейчас. Вот мы лопатку чуть выше. Вот раскрыли лопатку, да? Вот. Раздвинули лопатку. Теперь локтем же раздвигаем трапецию. То есть мы его, смотрите, растянули и продавили. Сжали. Растянули, продавили. Растянули, сжали. Подхватываем трапецию тыльной стороной ладони. До этого у нас было движение. Вспомните, мы делали вот такое движение, да? Этой стороной ладони. Теперь то же самое, только вот другой стороной ладони. Вот за этот палец она цепляется, трапеция. И поднимается, видите? Можно даже кулаком. Вот. И теперь вот идет каменный отрост, где крепится с ключицей спереди, да? А, трапеция идет вот так вот, крепится к ключице с этой стороны. И вот ее расстояние вот такое, да? Здесь точки, соответственно, вот место крепления. Точка триггерная по центру,
уголок лопатки, вот туда, прожимаем точки. Вот тут 3-4 точки, да, до середины лопатки. Дальше точек нету. Ну, вообще по китайской медицине тут целый ряд точек, их несколько рядов, очень много. Но мы не занимаемся китайщиной, да, нам самое главное основные точки понимать. Вот мы их продавливаем методом шиатсу. Ну, шиатсу это надо ввинтиться и вывинтиться, да. А чтобы попроще было, мы просто с вибрацией. Большим пальцем, перпендикулярно в тело человека. Раз. Болезнь будет, потерпи. Два. Уголок лопатки. Терпимо. Хорошо. Хорошо, да. Вот, проработали эти точки. Если попадется триггерная зона, это мы в отдельном видео распишем. Вот дальше как бы точек нету, да, мы просто лопатку накатываем на свой палец. Ставим туда, да. И получается не я его массирую, а его лопаткой об свой палец массирую. Все, отпускаем руку. Круглые мышцы обязательно не забываем тоже промассировать. Многим сажаться, кстати, на них вообще не обращают внимания, да. И уводим лимфу из этой всей отработанной зоны вот туда под мышку. Вот, все уводим вот туда. И еще дополнительно трапецию. Провибрируем трапецию. Начинается вот отсюда, идет под вот таким углом. Давайте даже вам, может, нарисую ее. Такая мышца достаточно большая и широкая. Вот ее волокна, вот так вот, да. Здесь ромбовидный такой, сухожилие ромбовидное. И сверху она опускается, трапеция. Ой, извиняюсь, по маслу плохо рисую, да? Но вы поняли, да, что она вот так вот идет. Мышца уникальная. Она сама себе является антагонистом. Антагонист это противоборец, как бы, если давайте перевести, да, то есть. И верхняя часть пучок борется против нижнего пучка. Если укорочены эти мышцы, да, то эти напряжены, потому что они перерастянут. Либо укорочены вот эти, лопатка поднятого человека, да, тогда у него вот эти вот перерастянуты. Соответственно, мы берем эти все мышцы и вдоль волокон кулачком с вибрацией проходимся. Здесь снизу вверх под углом, да. Угол потихонечку выпрямляется перпендикулярно позвоночнику и сверху вниз. Вот опять лопатку отодвинул, да? И сверху вниз. Все, и проработал. Опять лимфу вводим вот туда. И можно провести такой мануальный приемчик. Берем под лопатку, рука висит, предупредили человека, что висит, вот расслабили. Ну, кстати, да, если человек держит руку, да, вот как-то там напрягает, вы ему так похлопаете, предупредите, что расслабь. Или человеку больно, например, да, он руку не может вот так потянуть, ну, измените угол. Все равно боль остается, да, в плече, измените еще угол. Ну, в некоторых случаях вот так вот можно положить руку и, в принципе, так тоже проработать. Это для тех, у кого там... лопаточный периартрит, например. А так вот берем, да, и вот верхнюю зону раз продавили. Потом рукавицы ползут вниз. Теперь вот эту зону раз продавили еще ниже. И эту зону раз продавили. Давление в реберно-поперечное сочленение. Да, это центр периферии. Опускаем руку. И теперь завершаем. Можно сказать, что массаж спины мы завершили, да? Если у вас голова не входит в эту зону, в эту часть, да, если входит, то перейдем дальше к шейно-воротниковой зоне и голове. А пока завершаем. Значит, уводим всю лимфу под мышку, от центра к периферии, в паховую зону, вот из всех наших отработанных клеток. Все вот туда как бы сливаем. Дополнительно от межреберной невралгии лечим. Ребра примерно вот толщина с палец, а между ними расстояние как палец. Тут тоже такое, да? Вот под таким углом они идут. То есть мы прямо между ними вот внедряемся и растрясаем. Между ними короткие мышцы такие идут, их скрепляющие.
И завершаем любую зону массажную одинаково. Это что значит? Это простукивание. Начинаем стучать с мягких тканей, чтобы человека не пугать. Потому что если вы начнете с ними путать, да, он может как-то дернуться, да, и спазмируются мышцы, которые мы только что разогрели, да, и наша работа идет на смарку. Поэтому стучим аккуратно. Куда можно стучать? По систым отросткам нельзя стучать. По почкам нельзя стучать, по плавающим ребрам нельзя стучать. Можно по ягодицам, по подвздошной кости, по крестцу, по лопатке, по трапециевидной мышце, по плечу и по реберам, по поперечным сочленениям. Ну, как стучать? Можно достаточно сильно, да, как полным кулаком, да, получается такой глухой удар. Можно полегче, так кулачок расслабили, и получается такой хлесткий удар. Можно всеми пальцами, трещотка такая получается, да, это все вот ударные новые технологии. Задаем импульс для тела человека, это тоже ведь вибрация. Вот мы знаем, любой вибрации рано или поздно спазм поддастся. Дальше хлопки. Хлопок может быть открытой ладонью. Может быть, да, вот такой вот вакуумный. Ну, желательно так делайте, чтобы дырочки нигде не было. Ни тут, да, вот прямо вот. Слышите, звук меняется, да? Дальше успокаиваем человека. Такой легкий пальчиковый дождик. Вибрации. И такие встряхивания. Встряхивания делаются не просто так, вот некоторые там раз, да, подражали. А старайтесь захватить какую-то группу мышц и так протянуть ее вниз. Захватили и протянули. Вот. С этой зоной мы закончили работать. Успокаиваем. И предлагаем человеку перейти, допустим, к следующей зоне, да, тогда мы просим поменять руки местами, голову тоже. А сами за это время, пока он меняет, смазываем вторую половинку. Вот, на этом сет номер 5 закончим. Дальше перейдем к еще более интересной программе. Поэтому, дорогие друзья и товарищи, не теряйтесь, записывайтесь на наш канал. Не пропускайте новые видео, для этого нажмите обязательно на колокольчик. С вами был Олег Алавгудвин, до новых встреч!